Ну, первые чувства, типа, что? Вау, класс, прикольно. И это было осознанное решение. Я хотел ребенка, и Лесю, наверное, заставил 3-4 теста сделать. А правда? О, боже, что происходит? Если какие-то принципиальные вопросы, то, наверное, какие-то категоричности есть. Но в основном, конечно, можно из меня. Это же любимая Дотя. Возможно. Нет, ну когда надо, да. Повторюсь, это одно из самых лучших решений в жизни. Ты когда смотришь на свой генетический код, и когда человек, ты свои черты в нем узнаешь, тебя просто, ты как будто в пузыре определенном, и в данный момент ты получаешь максимальное удовольствие. То есть все, что внешне, вообще не волнует. Ты только есть твоя малая, ты, и это время, когда ты осознанно проводишь и кайфуешь. Потому что это новый мир глазами другого человека. Потому что быть отцом — это круто. Но все, даже больше, чем все. Еще одного ребенка? Не знаю, да на все. Змея кушать. Пап, ты же знаешь. Тебе так приятно, что не поймут. Ты сам ее плавишь. Не делаешь, что надо. Ты сам заболелась я. Не появилась еще. Ну, в принципе, правильно. Ну, по-разному. Всегда по-разному. Мне нравится сейчас с ним говорить о чем-то, потому что я чувствую себя намного умнее, и ну, сразу после встречи я пытаюсь увидеть максимально много людей, чтобы поделиться этими знаниями. Типа, да, ребята, знаете, такое сегодня прочитала, а это мне просто папа рассказывал, я его просто слушаю. Любить себя, любить жизни, не быть глупым, знать много языков и всегда уважать старшего и защищать младшего. Быть счастливым. Что мир однозначно не черный или белый, он разный, он серый, он с оттенками. Будет сложно, но это лучшее, что может с вами случиться. Побольше делать детей. Быть папой — это самый лучший подарок, что может быть в этой жизни.